Привет, друзья! Вы на канале Шара Геймс. Сегодня мы покажем вам новенькую игру, которая является симулятором выбора. Она называется Reigns Here Majesty. Ну что ж, поехали! Итак, друзья, давайте приступим к игре. Я уже немножечко поиграл, разобрался, что да как. И у нас существует в Стиме всего лишь две части этой игры. Reigns и Reigns Here Majesty. Мы играем сейчас во вторую часть, то есть Here Majesty. Мы играем сейчас за королеву. В первой же части вам нужно будет играть за короля. Как я уже говорил, это симулятор решений. Мой лучший счет на данный момент это всего лишь 20 несчастных лет. Но я верю, что все впереди и мы сможем выжить дольше. Так, я прожил, получается, 20 лет. И в принципе, давайте посмотрим, что будет дальше. В предыдущих частях игры не было зодиаков. Сейчас же появились новые зодиаки, то есть созвездия, под которым вы родились. И они будут влиять на ваш сюжет, то есть на ответы, на возможности ответов и на исход в одной из ваших королев. Сейчас я родился под созвездием Козерога, 1035 год уже на дворе. И у нас есть мини-задание. Призвать на службу жрицу, исследовать запертую башню и призвать на службу купчиху. Окей, давайте нажмем далее. Как я уже говорил, это сплошной симулятор решений, где вам будет необходимо принимать решения для того, чтобы не завести свое царство, свое правление в хаос. Пейшенс прорицательная скончалась, исполненная горечи и битвами за ее корону не суждено прекратиться. Королева Гарсиелла взошла на трон во времена народных недовольств и назревающих беспорядков. То есть это уже говорит нам о том, что возможно люди будут творить какие-то беспорядки. И нам нужно их, так сказать, предотвратить. Так, нажимаем дальше. Ну и вот у нас уже начинается сама игра. Вверху есть 4 показателя. Это вера, это народ, то есть ваши люди. Армия и, конечно же, финансовое состояние. Каждое решение будет приносить как убыток, так и прибыль. Например, ваша новая корона очаровательна. Давайте устроим бал в честь вашей коронации. Увидим дворян. Окей, но если я нажму «конечно», у меня логично отберется золото. И прибавится народу и, возможно, веры. Ну, давай, ладно, не страшно. Нет, вера отбавилась, золото тоже довольно-таки сильно упало, но поднялся народ. Вот это да, сегодня бал в честь коронации. Прекрасная идея, моя королева. И ваши фрейлины красавицы, как на подбор. Да, спасибо. И еще народ у меня поднялся. Ах да, мне не удержаться, ноги сами пускаются в пляс. Ну давайте повеселимся с нею. Язычница, призвать на службу жрицу. Вот, прикольно. И новые карты нам дали. Под названием «Лунная магия». Простите, подарите этот танец мне, ваше величество. Ну, почему бы и нет? Она берет вас за руку и подходит почти вплотную, что-то нашептывая. Лесная госпожа велела мне поведать вам о заветах матери всего сущего. Стране нужна такая королева, как в древности. Интересно. Но у меня уже вера падает, а народ наоборот идет в пик. Поэтому мне нужно сейчас что-то сделать, чтобы уменьшить количество народа. Так, значит, вы собираетесь принимать настоящее решение. Не слишком ли вы дерзко для молодой королевы? Да, весьма нестандартная модель поведения для королевы. Люди уже судачат о вас. Судачьте вы. Блин, народ поднимается слишком. О чем, сэр Бор? Вам надо просто подчиняться моей жене. Чего уж проще-то? Что в этом дурного? Ну, давайте вот. Вот так. Блин, у меня все. Нет, я еще выживу. Я думал, у меня сейчас полоса народа на максимум, но нет, там еще есть маленькая крапулечка. Так, в конце концов, она должна быть богиней, чтобы по-настоящему править моим королевством. Хе-хе. Продолжай, милая. Ключевое слово «богиня». Ну ладно, армия поднимется. У стен замка беснуется толпа. Все несут подарки нашей дорогой королеве. Поток людей снес подземный мост. А можно ее как-то задурить духами? У стен замка беснуется толпа, все несут подарки нашей дорогой королеве. Поток людей снес подземный мост. Давай подъемный мост, да, давай так. Нельзя править своими придворными с помощью старья, что лежит у вас в сумочке. Простите. Да,
Ладно, смерти здесь не избежать. Я думал, что я смогу избежать, но нет. Так, новый диалог. Мать всего сущего хочет говорить с нами. Дитя, не бойся, я мать всего сущего, дарующая жизнь всему и всем в этом мире. Да, твое тело мертво, но дух продолжит свой путь. Не обращайте внимания на эти лаги на экране, это в игре самой. В теле следующей королевы этих земель. То есть каждый раз я буду перерождаться и принимать решения. Знаю, это больно, но не испытав боли, ты не обретешь истинной силы. Заслужи мою корону, и я исполню все твои желания. Окей. Позволь преподнести тебе дар в честь начала твоего пути. Книга твоей славы, которую тебе еще предстоит написать. Окей. Пустая книга заклинаний. О, как же я люблю тебя, дочь моя. Ну, мы поговорили с матерью всего сущего, она объяснила нам суть, что наша душа будет все время перерождаться и дала нам возможность изучать заклинания. И вот нам дали еще маленький дополнительный квест встретить путешественника. Кстати, по поводу вот этих айтемов внизу, тут их у нас 5. Первый, я знаю, это пистолет, вам дадут пистолет, потом королевские духи, конечно же, вот эту книгу заклинаний, еще будет компас и еще неизвестный мне предмет. Но в будущем, я думаю, я его открою. Угу. И все возлагают на нее совершенно разные надежды. То есть неизвестно, что нас ждет пока. Король потакает вашим девичьим прихотям. Но вот вам крест, вы не сунетесь в дела церкви. Властные женщины нам ни к чему. Да, можно немножечко с ними пожестче. Женщины не умеют шутить, без тени улыбки, отвечает он. Нагрубил еще. Простите, но ваши персы перекатываются под платьем, как спелые дыньки. Умоляю, прикройте их. Ну да, окей, прикроем. Давайте поддержим этого подающего надежды молодого скульптора. Я вроде как обещал ему это. Ну давай поддержим, посмотрим, что он делает. Стать покровительницей искусств. Прикольно, прикольно. Так, церковь могла бы построить статую во славу добродетели, новой королевы. Конечно, если она и впрямь добродетельна. Тем самым я потеряю золото, получу в вере и, наверное, в народе. Ну, давай попробуем. У меня денег очень мало. Короче говоря, люди начали шутить об этой статуе, что очень странно. Меня переполняет вся боль этого мира, любовь моя. Я парализован. Это невыносимо. Так, получается, короля парализовало. А ну, давай, не ной. Вот первая скульптура от вашего протеже. Посмотрите, какие изгибы линий, какая страсть. Где бы вы хотели ее выставить? Королевской приемной, может, на чердаке? Да. Из-за вашей вопиющей расточительности королевство обнищало. Пожалуй, нам лучше бежать. Ну, вот такая вот недолгая жизнь получилась. 7 лет всего лишь на троне. Дикие псы, что когда-то вам подчинялись, загнали вас в лес. Вас в некотором роде нашли, но не всю. Да, вот такое вот завершение второй жизни королевы. Одна из башен излучает странный свет. Может ли он означать присутствие демона? А в нашем чистом доме? Ну и жуть, эта башня пустует уже много лет. Кто-то должен отправиться туда и все разузнать. А ну давай пойдем посетим башню, третье задание. Исследовать запертую башню. Ну и жуть, эта башня пустует уже много лет. Кто-то должен отправиться туда и все разузнать. Так, вы поднимаетесь на самый верх темной заброшенной башни и открываете дверь. А, здрасте, я дворцовый врач. По крайней мере, мне так кажется. А вы кто? Я королева вообще, типа. О, простите, ваша светлость. Видимо, я провела в заперти лаборатории очень много-много времени. И насколько много? Ну, я питалась образцами из банок и с различными жидкостями. И вот я готова положить начало новой научной эре. Что? Ну, звучит неплохо, окей. По-моему, этот путешественник только и знает, что опустошать казну и ухлёстывать за фрейлинами у вас за спиной. Может быть. Так, править не менее 20 лет. Матрона выполнил задание. Кардинал возлагает на наше правление больше надежды. Может быть, вы могли бы выбрать менее вызывающие наряды? Давай. Так упали показатели, кстати, армии и народа. Не знаю, почему, как это связано с платьем королевы. Вы какая-то бледненькая, ваше величество. Мой метод лечения с помощью пиявок восстановит баланс красной жидкости. Давай.
Также, друзья, я забываю сказать о том, что здесь вы принимаете не только обычное стандартное решение, но и здесь есть сюжет, то есть есть здесь завязка, развязка и кульминация. Вам будет нужно бродить по лабиринтам, делать определенные алгоритмы действий для того, чтобы добиваться новых и новых результатов. Тем самым у вас будут получаться новые виды ответов, у вас будут появляться новые спутники, у вас будут появляться, например, у меня на другом аккаунте есть уже Варварша, она тоже общается, с ней можно поговорить, пообщаться на разные темы. То есть это персонаж, с которым можно взаимодействовать, это довольно-таки круто. Вот, например, первооткрыватель, который все время просит денег, он практически бесполезен. На самом деле он реально очень много денег жрет. И если на него потратить всю свою казну, то, конечно же, вы закончите очень быстро. Ну, давай, наверное, лучше. Блин, все, казна опустела. Леди Сильвия какая-то еще вылезла. Несостоятельность королевской семьи обрекла страну на погибель. Не следовало нам соглашаться на королеву чужестранку. Город разграблен, и вы выходите замуж за генерала-захватчика в обмен на мир. Он никогда не научится вас понимать. Вот и все. Лучше еще 28 лет. На этом все, друзья. Если вам понравился обзор, обязательно ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и жмите колокольчик, чтобы быть всегда в курсе выхода новых видео. А с вами был канал Шара Геймс. Всем пока!